Но Дамаск считает поддержку России лекарством от страданий сирийского народа. Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад во время встречи с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Естественно, что главной темой разговоров стала борьба с терроризмом. По итогам этих переговоров стороны договорились также об укреплении двустороннего сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, торговле нефтью, газом, а также транспортной сфере.